Итак, я выложила уже на стол шубу, приступаю работать с ней. Моя задача — укоротить немножечко эту прекрасную шубку. Это моя примерка. Я заколола, обозначила длину. Теперь я должна раскрыть и наметить со стороны подкладки линию подгиба. Здесь не нужно в шубы вымерять миллиметры. Если даже на сантиметр будет какое-то расхождение, я считаю, что это не важно. Так, убираю булавки. То есть такая погрешность допустима. Отметила, видите, шуба со шлицей немножечко усложняет процесс, потому что нужно будет делать в два захода. Значит, теперь я отмеряю от низа и до метки, вырисовываю линию 7 инчей, это у нас 18 сантиметров. На 18 сантиметров нужно поднять. Так, одна половинка. И сейчас сделаю вторую. Обозначила я линию подгиба по подкладке. Одна половиночка, вторая половиночка. Теперь я могу смело отрезать здесь. Ну и припуск на шов. Где-то 2 сантиметра будет достаточно, так как низ обработан с небольшим перекатом. Значит, я могу отрезать подкладку, а затем буду обрезать чуть-чуть длиннее уже мех. Открыла я низ, отделила мех от подкладки. И, девочки, все было подшито руками. Значит, я могу сделать точно так же. Не буду использовать машинку, руками подошью. Здесь, видите, припуск по подкладке большой. Ну, я могу тоже вот так где-то срезать на сантиметра 4, тоже запустить это все вовнутрь. Все, можно сейчас обрезать уже подкладочку. Смело обрезаем. Теперь можно заколоть или наметать, как вы хотите. Вот у нас уже вырисовывается новая линия низа. Здесь, видите, тоже ничего, нет никаких перекатов. Только дополнительно проклеена кромкой. Можно тоже подклеить, а можно сделать и небольшой перекатик. Куча флизелина, старая обработка. Но только по низу, да. И все сделано из кусочков, я вижу. Готовлю вторую половинку. Так, я провела фломастером линию уже по меху, линию низа. И теперь, девочки, нужно аккуратно или скальпелем, или же лезвием, или же ножничками, как я сейчас это начала уже делать, так как я забыла скальпель дома, он у меня в домашней мастерской, и лезвия тоже у меня здесь нет. Значит, смотрите, у кого нет
ни одного, ни другого, а есть только ножницы. Как можно ножницами это все сделать? Значит, нам нужно обрезать, стараться не захватывать мех, не состригать его длину, а только захватывать кожу аккуратненько ножничками. Стараемся захватить только кожу. Вот так потихонечку, потихонечку продвигаемся. Длина меха у нас должна остаться. Вот, видите? Я когда закончу, вам покажу. Обязательно результат. Вот видите, длина остается. Очень аккуратно, не спеша. Вот этот момент очень важный для того, чтобы не испортить, девочки, не обрезать длину волоса. Когда работаете скальпелем или лезвием, то же самое. Нужно открыть только кожу. Так, ребяточки, теперь отделяем. Смотрим результат. Вот видите, что длину волоса я оставляла. А если бы мы делали захват ножницами, просто, как говорится, как резать ткань, то мы бы это все срезали, была бы лысина здесь. А теперь все хорошо. Все правильно получится. Дальше отделяем. Все. Отделила. Теперь по низу я, наверное, возьму отсюда вот этот флизелинчик старый и просто наметаю флизелинчик по низу. И затем буду подшивать уже вручную низ шубки. Так, ну что, я присоединяю флизелинчик по краю. Вот такими стежками, захватывая, прокалывая насквозь, вот такими большими стежочками. Вот так и до конца. Теперь я делаю перекатик. Также буду руками закреплять. Где-то сантиметра полтора будет перекат. Так, следующий этап. Я подшиваю теперь край среза. Где-то на полтора сантиметра. Тоже все руками. Стараюсь захватить и проколоть насквозь. Обычным стежком. Можно козликом подшивать, но я обычным. И каждый стежок я закрепляю. Делаю узелочек, что если вдруг
оборвется где-то линия, то она оборвется только в одном месте. Оп, и петля такая. Прокол, захожу и делаю петлю. То есть строчка закрепляется. Вот так до конца. Так, теперь я буду сейчас подшивать подкладочку. Вот так выкладывать. И также ручным способом подшивать. Итак, я закончила. Вот смотрите, как у меня получилось. Вот так край. Ну, это достаточно легко подшить руками. Так, смотрите, с лица. Все. Здесь главное правильно отрезать мех. А все остальное очень легко и просто. И вымерить правильную длину. Все. Вот так, ребятки. Надеюсь, что этот мастер-класс будет полезным для кого-то. Всем спасибо за внимание. Надела на манекен шубку, проверяю. Вот смотрите, низ как смотрится, все отлично. Длина волоса сохранен. В общем, все хорошо лежит. Все отлично получилось. Большая, конечно, шуба такая массивная. Именно для мужчины. Я так понимаю. Все, и на этом все. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, ребята. Не бойтесь, все у вас получится. С шубами не так уж тяжело работать. Все погрешности, все, даже для новичков, скроет мех. Понимаете? Вперед, и все у вас получится. Так, девочки, вот шуба для мужчины. Вот смотрите низ. Вот смотрите, как низок смотрится. Я вам уже показывала на манекене, что сохранен волос. Это самое главное. Правильно отрезать. Все отлично. Все отлично, ребятки. Все, шубка готова к носке.